ООН очень обеспокоена увеличением притока в Украину различного оружия, в том числе кассетных боеприпасов. Заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу отметила, что многие из этих вооружений оказываются в руках неуполномоченных конечных пользователей. При этом она подчеркнула, что поставки оружия в Украину расширились по причине российской агрессии. Spokesperson of the Secretary General has called for these types of munitions to be consigned to history and not to be used. Measures to address the risk of diversion of weapons and ammunition to unauthorized and end users and for unauthorized uses are essential for preventing further instability and insecurity in Ukraine, the region and beyond. Западные союзники продолжают оказывать поддержку Киеву. Накануне США одобрили отправку Украине американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. С их помощью Киев рассчитывает сократить удары российской авиации и артиллерии по украинской инфраструктуре и городам. Жертвами российских ударов регулярно становятся мирные жители, в том числе дети. В Амстердамской мэрии недавно открылась выставка дневников и рисунков украинских детей, посвященных войне. В том числе жестокой блокаде Мариуполя.